В этом видео мы будем крафтить самые необычные кирки в Майнкрафте. Таких кирок вы еще нигде не видели. Но чтобы добраться до самого крафта, нам придется, ой, как непросто. Видос будет интересный, предупреждаю вас об этом сразу. Поэтому приготовьтесь, чаечек налейте, что-нибудь сладенькое или вкусненькое принесите. Лайк поставьте прямо сейчас. И прямо сейчас напишите в комментариях, какая кирка, как вы думаете, быстрее, алмазная или все же золотая? Золотая! Да, наверное, золотой киркой вообще никто в Майнкрафте не пользуется. Но вы напишите это прямо сейчас в комментариях. Я-то правильный ответ знаю, но... Рот на замок, лайк ставим, на канал подписываемся, и мы начинаем. Мичка, ты мне скажи, мы к дядь Кириллу идем, ты куда собрался? Что ты меня фоткаешь? Ты что, в Дубае или что, Лень? Это что такое? Ты куда нарядился-то? Мама, мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Леонид Андреевич, слазь верблюда, ты дурында. Все, дядь Кирилл, здравствуйте, мы тут это... Это сейчас твой верблюд меня плюнул или мне показалось? О, здравствуйте, старцы. Какие мы тебе старцы, дядь Кирилл? Мы, как и обещали, принесли 1000 рублей вот тебе. Ой, спасибо, куплю дошек. Ну так что, рассказывай, куда нам идти? Ну, куда я смотрю, туда вам и идти. И там правда будут эти самые кирки? Ну, конечно, я чё, на дурака похож, что ли, я чё, вас обманываю? Ну, все, ладно. Леонид Андреевич! Слазь верблюда, ты, зараза шоколадная! Только будьте аккуратнее. Хорошо. Лёня, пойдем. Что ты его мутозишь, Лёнь? Ты... Это... Я же говорю, что это он плюется. А, сиди здесь, дядь Кирилл, посмотри за верблюдом, пожалуйста, а мы побежали. Так, погоди, а что здесь? Вот дурак волосатый. Сними эту штуку с себя, пожалуйста, Лёнь, не позорься перед подписчиками. У нас есть деревянный меч. И дальше что? Погоди, нам нужны кирки. Где эти кирки? Зачем нам деревянный меч? Я что-то не понимаю. Почему тут так много паутины? Дядь Кирилл, ты нам что-то подсунул, мне кажется, фигу... Это что вообще? Иди отсюда! О, все, вижу сундук, нормально. Это вообще что? Похоже на крафт кирки. Ленечка, у тебя был верстак, дай-ка, пожалуйста. Да-да-да, поставь его, Леонид Андреевич, я должен кое-что проверить. Лучше ты мне... Ты не мог на землю-то его поставить, шоколадная ты жопа, я не понимаю вообще, что... Давай проверим, только я взял на всякий случай нормальные палки и... О, да, смотри, 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 Леня, Ну ты дурында, я не знаю, шоколадная. У меня есть кирка. ТНТ кирка. Что-то мне не нравится это название. Блин, Леня. Нифига себе. Ух ты, посмотри. Ты это видишь? У меня есть мозг. Шучу. Вы там это, кирками только не балуйтесь много. Ага, хорошо, дядь Кирилл, не будем. Мощная фигня, мощная. Так, ладно, одна кирка, допустим, есть в коллекции. Ну ладно, булыжник, она на самом деле не так круто ломает. А тебя... О, даже по тебе я мог... Леня, что-то по тебе как-то слишком сильно было Нифига себе, вот это топовая кирка. Ладно, пойдем дальше, Лень, там еще очень много паутины. Я даже знаю, как ее сломать можно. Вот таким вот образом. Только мы сломаем, наверное, таким образом еще и сундук. Черт, я застрял, Лень. Давай, пробираемся аккуратно, давай, давай, задница. Нам нужно найти еще один сундук. Он 100% здесь есть. Я очень на это надеюсь, Леня, давай. О, ты нашел, красава. Дай посмотрю, что там, ну-ка. Что? Кирка из печенек? Да ну, по-любому она не крафтится. Ладно, давай проверим. Так, печеньки. Да нафига ты... Ставь верстак на пол, я тебя прошу, Леня. Это что? Погоди, а что делает кирка из печенек? Она, наверное, печеньки генерирует. Погоди, давай попробуем сейчас сломать камень. Чё? Она просто быстрая и все. Леня. Леня, 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 Леня. Я понял, как генерировать печенюхи. Что, Леня? Печеньки генерируются сами по себе. Погоди, даже у нее же не тратится прочность. То есть ты можешь бесконечно вот так вот фармить себе печеньки? Го, попугаям дадим. Леня, попугай из-за этого сдохнет. Что ты мне рассказываешь? Я же знаю, как Майнкрафт устроен. Не надо. Погоди, у меня меч заканчивается. Я очень надеюсь, что его хватит. Смотри, там еще. Ага, хватило. Лень, мне нужна твоя помощь. А ладно, я сам справлюсь. Не зря мы эту кирку добыли, неплохо. Погоди, Леонид, вот же сундук. Ох ты, магма и палки. Что? Как? Тут это так и было. Лень, мне нужен верстак. Что ты фоткаешь, мне верстак нужен. Я не собираюсь туда падать, даже не думай. Ах ты, зараза. Ах ты, зараза, Леня. Это вот так ты меня байтишь, да, чтоб я к тебе прыгнул. Ну, на самом деле, я могу вскопать, например, здесь один блок.
интересненький. И сам сделаю верстак. Зачем мне, Леня? Сейчас мы быстренько. Тем более, верстак-то у меня есть. Так, все, нормас. Сейчас мы из этих палок и печенек. Кстати, печенек. Кстати, стоп. Мы же можем делать бесконечную кирку из печенек. А нам же сейчас нужно не из печенька, а из магмы. Опа. Дроппер! Или слабо? Слабо, Леонид Андреевич. Да нафиг мне не надо это туда прыгать. Я лучше проверю, что за магмовая кирка. Но что-то она какая-то не особо быстрая. Стоять. Я случайно сейчас нажал правую кнопку мыши. И вот что произошло. Каждый блок заменяется на магму? Это же тупая какая-то кирка, если честно. Не, ну это реально. Лень, я нашел самую тупую кирку на планете. Тут кирка из кожи попы дракона. Я ставлю ее себе. Она дает звезды Незера. Что? Леня? Да ну нафиг, да ну где, где, где? Покажи, 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 покажи. Это же вообще топовая кирка. Нигде. Пранк, бро. Ты че? Ты че? Шоколадная задница, ты чё? Так, ладно, тут закрыто. Ты обниматься, что ли, со мной хочешь? Отстань, отстань, это выглядит крипово. Отстань! Ой, ой-ой-ой, погоди, Лёнь, прости, я не хотел этого делать. Отстой! А что это за вода такая странная? Почему она цветом порталоват? Чё ты пляшешь? Лёня, нам нужно идти. Я так понимаю, что по кувшинкам. Не толкайся только, пожалуйста. Сейчас я пройду быстренько, проверю, что там. И обратно. Главное не сгореть в этой воде. Потому что у меня всё-таки тыщенки мои, да, здесь. Погоди. О, дядь Кирилл, а ты что там делаешь? Дядь Кирилл, подожди, сейчас мы придем к тебе. Что за фигня? Куда это мы вообще свалились? И что тут нужно... И что тут нужно делать? О, привет, вы добрались до сюда. Молодцы. О, повезло, повезло. Ну, это, ты мне скажи, тут вроде ничего такого нет. Кирку-то где взять еще какую-нибудь классную? Так идите дальше. Там дальше будут кирки. О, будут кирки. А дальше это куда? Это туда или туда-обратно? Туда-обратно пойдете позже. Все понял, дядь Кирилл. Ленечка. Пойдем, давай подгузники в руки и вперед. Слушай, тут даже ничего особо копать-то не нужно. Быстренько паркуришь по кувшинкам. Что? Да не-не-не-не-не. Мне кажется, что этот крафт не сработает. Не зря я все-таки сделал себе верстак. Сейчас мы его быстренько... Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, зато свой верстак не потратил. Так, раз, два, три. Да ну, что? Кирка погоды, еще и ведра остались. Чего? Я не думал, что это вообще так возможно. Ну-ка. Ой. Упс. Дэмс. Погоди, Лень. А если ею что-нибудь вскопать, например, да, если мы будем просто копать? Просто кирка как кирка. Но зато... Бамс! Просто бьет молнии. Меня-то за что она бьет, я не понимаю. И разливает воду. Это, видимо, для того, чтобы враги скатились куда-то. Погоди-ка. Фу, мы закрыли эту фигню. Лень, ладно, все, пойдем отсюда. Стоп, все, короче, я никуда не хочу идти. Да что ты капризничаешь? Я тебя сейчас тогда киркой вот этой забацаю, смотри. А что? А почему она молнию не вызывает? Так, ладно. Ой, прости. Леня, Леня! Я случайно. Лень, вставай, я знаю, ты жив. Покорёк убил Леню. Я никуда не хочу идти. Лайков нет. Бацай сколько хочешь. Да ладно, ты не... Стоп, ты жив что ли? Ну все, тогда пойдем. Лайков ему нету. Че, на каждый видос зрители ставят лайки. Ну вот у меня реально настолько крутые подписчики, что лайков в последнее время собирается просто нереальное количество. А ты все жалуешься, что их нету. Дядь Кирилл, мы это правильно идем-то? Да. Ну все, пойдем тогда, Леонид Андреевич. Я надеюсь, что все будет нормально. Не, ну ты, конечно, Лень, придумал на лайки, значит, жаловаться. Не, это вообще не прокатит. О, смотри, а тут эта решетка пропала. Нормас, нормас. И что здесь? Искаженный этот булыжник очень странный. О, есть сундук, есть. Элитры, перо. Что? Хорошо, я это все заберу, Леонид Андреевич. Верстак, пожалуйста. Я не жалуюсь на лайки. Их же нет. Поставьте лайк, ёлы-балы. Там же все поставили. Давай, верстак мне. Давай, 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 быстренько. Так, вот это ядро, перо и элитры. Флай, кирка. Владус, я понял. Это ловушка-обманка, смотри. Где ловушка-обманка? Потайной проход. Где? Ну как? Потайной, да, проход, Лень? Сделаем вот что. Пробел два раза. Да ну, нет, нет, да ладно, Лень, смотри, какая кирка топа. Это ж получается, я могу выбраться и даже тебя тут оставить. Ты что, аферист? Сам ты аферист. А копает она насколько быстро? О, неплохо. Стоп, а что тут руда делает? Не понял прикола. Руда распола, так сказать, аяться. Располаяется? Ну, располаяется. Смотри, тут, Лень, есть... Какой-то... Ух ты! Лень,
Я, кажется, хакнул эту карту. Я не знаю, зачем здесь руда, но тут есть какой-то сундук. Ведро лавы. А зачем ведро лавы? Это тоже в крафт входит? Я не понял прикола. Что ты делаешь, Лень? Так, погоди-ка, дай-ка я скрафчу. Я правда забыл, как оно крафтится. Я решил отдать этот крафт Лене, и вы посмотрите, что сейчас получится. Я думаю, что все будет нормально. Он там просто посмотрит, как оно крафтится. Да ну-ка, Ленечка, опа. Что это? Что она делает, Леня? Погоди. Если я зажму надолго правой кнопкой мыши... У меня использовалось одно ведро лавы. Что? То есть она зарядилась. Топливо тысячи из тысячи. Нифига себе, Лень! Так я ее зарядил реально топливом. То есть она сразу копает и переплавляет? Зарядочка завершена. Работаем, работаем! Погоди, а если это сделать с рудой? Да ладно! Что? Погоди, железный слиток еще и... Два золотых слитка! Что вообще происходит? Она раз через раз выкапывает руду. А иногда... А это что такое? Она даже сталь какую-то выкопала, Лень. Короче, тут вообще фигня какая-то. Че ты уснул-то? Интересная же кирка. Погоди. А если алмазы были бы здесь, тогда что, она бы переплавила алмаз? Не, ну это круто. А что здесь эти кнопки делают? Я не понял. Это что, нам нужно на них нажимать, что ли? Что вообще такое? О, Лень, спасибо за алмаз. Сейчас протестируем. Ничего не произошло. Странная кирка. Воу. Лень, это было сложно, пришлось нажать реально на все кнопки. А тут что? Нафига нам лопаты? Так, ладно, я туалетку, пожалуй, выложу и возьму лопату. Рычаг ставить на красный бетон. Только рычаг. Ну ладно, понятно. У тебя есть рычаг? О, нет! Данила! Данила! Пойдем копать могилы. Чё, какие могилы, Лень? Ты чё, в смысле? А чё их так много? Эй, это что за фигня? Я не очень хочу этим заниматься, если честно. А что в них должно быть? Погоди, так надо в два... Вставай, Лень, нельзя так делать. Вставай, вставай, вставай. Ты да, дурак, я еще и упал в нее. Да как так? Не понял прикол. Лень, а тут это... Дед Максим умер. А чё за фигня? Ну и фиг с ним. Я тебя понял, я тебя понял. О, смотри, тут сундук. Вулканическая кирка. Интересно, что она делает? Ну, пожертвую вот этой палочкой, пожалуй. Вулканическая кирка. Ну-ка. Вау, нифига себе. Неплохо, неплохо. Она сразу ломает 3 на 3 блока. Ух ты, я нашел какие-то гемы из Бравл Старса. Бубль Квас, привет. Не, вот эта кирка прям очень хорошая. При том, что она еще и супер быстрая. Мне такие кирки очень нравятся. Руды, причем она также быстро ломает. Ну, неплохо. Лень, у нас уже прям... Что ты копаешь все эти могилы, а? Тут по-любому есть какая-нибудь одна, знаешь, секретная могила, в которой все спрятано. Надо ее только отыскать. А, я понял, Я не понял. Я понял, мы сейчас должны что-то найти, что откроет эту дверь. Я нашел. Это что? ХЗ. Кирка командного блока. Командного блока? Я на самом деле боюсь ее даже использовать. Ладно, давай попробуем просто на блок. Шо? Шо? Почему я стал такой быстрый? Лёня, останови меня! Нифига себе, вот эта кирка, я понимаю. Погоди, а если я ее уберу из руки? Она почти сломалась. Чего? Эффекты-то остались. О, смотрите, они у меня еще на 30 секунд. А если я возьму вот эту вулканическую и начну копаться, это что? Это ж будет смесь, вы понимаете, ребята? Я даже залагивать начинаю. Насколько это быстро? Жесть. Я выкопался даже к лаве. И смотрите, что она еще делает. Оп! Она настолько быстро выпускает стрелу, что ее даже незаметно, понимаете? Это даже не видно, как она летит, сразу убивает. Вот просто кого не видит. Спасибо, что сказать? Не за что, Лень, посмотрите, насколько она мощная. Блин, мне кажется, что это самая мощная кирка за эту серию. Напишите, ребята, как вы считаете, какая кирка круче всех? Кому-то, наверное, динамит больше всего понравилось. Напишите прямо сейчас в комментарии. Так, ты что, меня там убить пытался? Я не понял. А мы с вами увидимся уже в следующем ролике. Ролик подошел к концу. Подпишитесь на канал, вот тут кнопка. Нажимайте на нее прямо сейчас и скорее. Потому что у вас не так много времени. Через 3 секунды ролик закончится. 2, 1, 1 с половиной. Всем пока.